Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу рассказать про малину, ремонтантная малина. Сорт называется «Шапка Мономаха». Во всех источниках пишут и рассказывают, показывают, что надо полностью осенью убирать побеги. А если мы уберем прошлогодние побеги, то мы не дождемся первого урожая. Вот эти прошлогодние побеги, они плодоносят в первую очередь. Макушку надо убирать для того, чтобы было разветвление. Потом будет больше ягод. Летом уже отрастают вот такие молодые побеги. Вот эти молодые побеги будет плодоносить в сентябре. Если вы будете сажать малину на солнечном месте, то урожая дождетесь. Раньше они у меня сидели в полутени, а в полутени я урожая не видела. Малина очень хорошо растет, разрастается. В таких ситуациях надо проредить. Загущенность ни к чему. Вот этот уголочек я проредила. Оставила несколько хороших побегов. Вот столько убрала. После того, как плодоносят вот эти прошлогодние побеги, их тоже удаляем. Удаляем, и здесь будет посвободнее. А осенью уже опять-таки чуть-чуть надо будет убирать веточки, но мало оставлять нельзя. Никто не знает, какая будет зима. Если у вас еще нет ремонтантной малины, приобретайте, сажайте. У меня вот один только сорт — Шапка Мономаха. У них сортов великое множество. Растут они все одинаково. Удачи вам, успехов, благополучия. До свидания.